Евгений Ермолаев, я являюсь экспертом компании Pult.ru, и сейчас вам представлю акустическую систему Tannoy Mercury V4. Линейка Mercury очень давно завоевала хорошую популярность ввиду того, что это была самая доступная линейка от известного английского бренда. V4 это уже четвертая версия этой линейки, и в данном случае представлена вот такой вот красивой напольной моделью, которая является единственной в линейке помимо полочных. Рассмотрим ее поподробнее. Несмотря что динамиков здесь 3, фактическая конструкция это двухполосная акустическая система. Размер динамиков таков, значит, два больших это по 15 сантиметров диаметром, не совсем стандартный размер, это 6 дюймов. Твиттер же имеет классический 25-миллиметровый купол. Динамики сделаны с применением композитных материалов, то есть акустика у нас получается высокотехнологичная и при этом очень стильно выглядящая. Естественно, то, что модель относится к вашей линейке, она имеет кое-какие интересные особенности. То есть облицовка, как мы видим, сделана из очень приятного цвета пленкой, высококачественной пленкой. Передняя панель сделана из 18-мм MDF-плиты, а весь остальной корпус сделан из 15-мм плит. На задней панели мы видим порт фазоинвертора и клеммы для вбивания биампинга. Клеммы высококачественные, а тыловой порт, соответственно, у нас подразумевает то, что расстояние от задней стены до акустической системы должно быть не менее 20-30 см, лучше, конечно, немножко больше. Эта акустическая система очень хорошо подойдет для воспроизведения классических жанров музыки, джаз, инструментальная музыка, а также неплохо споется и с недорогими AV-ресиверами в кино. При этом учитывайте, что сопротивление акустической системы номинальное 8 Ом, что позволяет, соответственно, использовать ее широким спектром как AV-ресиверов, так и стереоусилителей начальной ценовой категории. Эту акустическую систему вы можете приобрести в интернет-магазине pult.ru.